19 дней музыки, танцев, спектаклей и художественных выставок по всей области. Международный рождественский фестиваль искусств подходит к концу. Напомню, стартовал он в первый день зимы, и сегодня завершается его театральная часть. Спектаклем под названием «Ничья длится мгновение». Это постановка Российского академического молодежного театра. Действие разворачивается в еврейском гетто в Литве. Герои играют шахматную партию, на кону которой стоит жизнь. Режиссер спектакля показывает человека в ситуации выбора – восстать или смириться. Среди актеров Нелли Уварова. Артистка в Новосибирске выступает не впервые, признается, в нашем городе искушенных зрителей играть на публику совсем не страшно. Когда уже едешь в город, где ты бывал и где тепло встречали этот спектакль, ну, я могу просто как-то есть ощущение, что ну тут как, уже дорожка как бы протоптана, можно как-то спокойнее. Ну, тем не менее, мы приезжаем сюда не заигрывать со зрителями, а только делать то, что мы хотим и то, что мы умеем.